Сегодня по традиции владыка-митрополит будет оказывать помощь перед светлым праздником Пасхи людям, которые особо нуждаются. Это переселенцы, многодетные, дети инвалидов, чтобы наполнились дома, сердца, семьи праздником Пасхи. Человек должен всецело ощутить внимание, особенно церкви в этот день, не просто духовно, но и материально поддержать тех людей, которые нуждаются в этом. Это будут продуктовые наборы, которые будут состоять из основных продуктов питания, в том числе и колбаса, сыр, брынза. И это и куличи пасхальные, это яйца, а дети получат шоколад. Это всегда горе, это слезы, это скорби, это испытания, это вдовы, сироты. Я думаю, что с окончанием войны многие могут возвратиться в родные края, продолжать воспитывать своих детей. За гуманитарной помощью. Я бы хотела всех православных христиан и вообще всех людей поздравить со светлым праздником этого светлого праздника, Святой Пасхи, пожелать всем здоровья, мира, спасения, Божьей благодати, Божьей помощи.